направляюсь сегодня в свою землянку, и возле тропинки к землянке вижу новое поваленное дерево. Недавно, потому что были ветра, и, по всей видимости, упало два дерева. Одно здесь, другое там. Тропинку всю замело с моего последнего визита, потому что, опять же, были у нас сильные снегопады. Мел снег. Посмотрим, что на площадке самой землянки. Ну, не так много, но есть. Так, это следы мои или чьи-то. Ну, нужно будет посмотреть потом. Кто заходил, кто не заходил. Дрова у меня еще тут парочку оставалось. Ну, в принципе, все почти почищено, только снега немного намело. И окно. Ну, окно нормально. На столе сантиметров 7 сантиметров снега. Давайте будем заходить в саму землянку. В землянке, по всей видимости, никого не было. А мыши у нас ходили. Так. Ложка сахар. Сахар у нас нормальный, не намок. Ну, немного намок. Здесь у меня чай. Ну и тут остался мусор, гвозди. Это мы все в следующий раз приберем. Всем привет! Вы находитесь на канале Лесной. Всех рад видеть на канале. Сегодня я пришел в землянку для того, чтобы протестировать новое съемочное оборудование. Ну, для съемочного оборудования. И немножко принес запасов в саму землянку. Ну, а также посмотрим, как будут реагировать мыши на одно из веществ, которые вы подсказали мне в комментариях. Принес я с собой съемочное оборудование. Сейчас покажу, что в нем находится. Ну и вообще, протестируем его в саму землянку. Здесь лежит у меня все мое съемочное оборудование, но перед началом я бы хотел выразить благодарность моим подписчикам за то, что помогали в развитии и в обновлении съемочного оборудования. А также хотелось бы поблагодарить магазин Уланди за то, что предоставили именно мне скидку на весь ассортимент товаров в 50%. Ну а вам, кто тоже хочет заказывать с огромной скидкой, я предоставил ссылку в описании на Letyshops, где вы тоже можете всегда узнать о горящих товарах в любых магазинах. Ну а теперь давайте начнем смотреть, что у нас здесь. Здесь, получается, я заказал. Это одна из вещей от магазина Уланди. Всего их придет 3. Первая вещь, необходимая в землянке, это световое оборудование. Отличная моделька. Не такая уж дорогая по меркам
магазина Уланди. Но и не такая прям дешевая. Здесь есть световой фильтр. Давайте поближе вам покажу. Кабель Type-C и сам световой фильтр, который делает свет по яркости меньше, но он будет более теплее. Ну а вот и сам небольшой свет. Вот он. Он небольшой, но светит довольно мощно, довольно ярко. Здесь получается порт Type-C, кнопка включения, там 5 уровней света и один спасательный. Здесь индикация света, магазин Уланзи. И для штатива, для холодного башмака, который я уже прикрепил на саму камеру. Ну и вот этот фильтр световой, он одевается на... А в землянке сейчас темно, только вот окно, получается вот свет, и давайте на первом режиме. Вот это первый режим, это 10%. Второй. Это 30%. Третий режим. Это 50%, ну и 100. Чтобы вы понимали, как он светит. Он освещает всю землянку от пола до потолка. Давайте теперь сравним свет с моей камеры, которая сейчас записывает, ну и с вот этого нового света. Вот так вот записывает сама камера с этим светом. Сейчас я выключаю свет. Свет я выключил, теперь включаем Уланди на таком же расстоянии. Это первая мощность, вторая, третья и четвертая. Довольно ярко светит, я вам так скажу. То есть теперь меня будет, надеюсь, довольно качественно видно. Потому что, да и в землянке теперь намного светлее. Под последним видео мне в комментариях писали про то, что как избавиться от мышей в землянке. Выбрал я пару комментариев, но сегодняшним способом будет ромашка аптечная. Принес я ромашку с собой. В таком пакетике. Здесь два небольших пакетика. Поэтому... Сейчас положим их там, где ходили мыши. А именно, вот здесь вот щель есть. Здесь по-любому они ходили. И куда-нибудь возле стола можно насыпать. Так вот, вот здесь вот есть щель. Вот она. Я так думаю, что именно там мыши и сидят. Больше нигде вроде бы щелей тут не было, кроме вот этой вот щели. Сейчас мы ее туда положим, вот эту вот ромашку. Берем ромашку. Один пакетик. Довольно неплохой у нее запах. Туда. И заделаем льном. Ну вот, да.
Вот давайте возьмем мне немного льна. Вот так вот сделаю. И если отсюда, вот отсюда выпадет, то значит именно там мыши есть. Так. Теперь что же у нас теперь? Добавим еще один свет, чтобы было прям вообще неплохо. Так, эту ромашку мы с вами уберем, поставим к нам вот сюда, а точнее вот эту вот чашечку, так сказать. Надо протереть сначала саму полочку от мышиных следов. И вот эту вот чашечку огненную, так сказать, мы засыплем с вами ромашку. Заодно сейчас мы несколько щепоток разбросаем по разным углам. Давайте сюда парочку. Где еще, например, мыши бывают? Вот здесь вот мыши. Удобная штука. Светит и очень ярко. Сейчас мы ее поставим. Знаете, мы куда? Вот здесь вот у меня закрывается все. Вот такой вот деревяшкой. Мы возле нее вот так вот сейчас насыплем, и ей мы это все дело закроем. И в эти щели, тут тоже есть щели, мыши, положим. Запах останется, а видно не будет. Также был комментарий по поводу перечной мяты. Перечной мяты сейчас у меня нету. Как будет, сначала проверим этот способ, метод, потом будем пользоваться другими. Ну и сейчас ложим все на место. Масло. Так, соль. Сахар я переложу в другую посуду, потому что там мне кажется, не так надежно будет. Да и тут он впитывает влагу. Дальше. Посмотрим, заходили кто-нибудь или нет. Так, осталось 3 чая. И сель, спички. Ну и еще один чай. Никто не заходил. И это хорошо. Сейчас, думаю, пока не стемнело так уж, пойдем разводить костер, потому что у меня нет с собой чая горячего, попить что-то хочется. Ну а пока у меня чай, вода для чая закипает, давайте зайдем на официальный сайт Уланди и посмотрим, сколько сейчас стоит вот этот вот свет, который представлен у меня сейчас в руках.
велосипед, я вам скажу, достаточно неплохой. Как я сказал, продавец мне предоставил на весь ассортимент товара скидку в 50%. Светит довольно ярко, довольно хорошо для своего небольшого размера. Мыши тут ходили или нет? Вроде бы не ходили мыши. Или все-таки ходили? Да, мыши здесь ходили, так что эту кружку нужно было в следующий раз продезинфицировать, а пока попьем чай отсюда. В общем-то, светом я доволен, в землянке светло. Я думал, что такой свет будет не очень-то хорошо светить, а на самом деле у меня землянка 2 на 2.5 и на 1.70 м. Освещает целиком. Подведем итоги сегодняшнего выхода в лес. Я попробовал новый метод борьбы с мышами. В следующий раз мы придем, посмотрим эту дыру. Посмотрим, что у нас будет на столе. Потому что даже вот эту вот кружку, которая здесь висит на гвозде, они сумели забраться. Попробовал я для себя новый свет от Уланди. Довольно качественный, хороший, так что в следующий раз, когда появится возможность, я его обязательно закажу. Вот. Все качественно сделано. Вот, приготовил чай, убрался в самой землянке, ну и думаю, пора идти домой. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. А с вами был Лесной. Всем пока.